Вы должны прикрыть спины, ТФО. Старые правила больше не действуют. Как скажешь, какие теперь правила? Что Джингис понимает в правилах или счетах? Скажи. Раньше с нами не считались и не впускали в этот мир, но те дни прошли, ТФО. Раньше мы бродили по улицам ТФО, ходили от одной к двери, к другой, и у нас ничего не было, потому что мы были вынуждены подчиняться. Вот и все. А теперь? А теперь мы сильны. Сила — это возможность давать. Отныне мы будем давать и брать, и ни перед кем не будем отчитываться. Мы станем сильными и возьмем Рамиза. Как мы это сделаем? Подгоняй машину, я расскажу. Говори правду. Где Рамиз? Не скажу. На прошлой неделе ты уехал с ним. Я не скажу. Дядя приказал. Куда вы ездили? Где вы были? Где были? Не знаю. Тефик, ты тоже был в машине. Кто устроил засаду? Не знаю. Дядя знает. Я не знаю. Эзель, надо ехать. Он жив? Дядя жив? Да, он жив. Я не знаю, где он был, но он жив. Делай, что хочешь. Больше я ничего не скажу. Молись. Молись, чтобы это было так. Молись, чтобы это было желание дяди. Поехали. Куда ты пропал? Господин Али тебя ждет. В этой жизни ни один вопрос не является безобидным. Ты будешь бояться любого вопроса, на который не сможешь найти ответ. Ты не можешь найти его, поскольку ответ кроется в другом вопросе. Где он? Не знаю. Скорее всего, он туда пошел. Нет, иди сюда, он здесь. Если ты задаешь себе вопрос, как дошел до этого, сначала вспомни ответ на первый вопрос. Поскольку в этой игре важен каждый ответ. Куда мы приехали? Будем использовать свои связи. Что мы будем делать дальше? Искать курьера? Нет, пойдем общаться с новыми партнерами.